А когда вы ушли-то? В 16-м. В 16-м? И сколько вы вместе повстречались с Кристиной? В общей сложности 2,5 года. Ну, вы жили же вместе, ну, путешествовали, да. У вас фотки такие красивые. Я видела как-то ваши. Да не, у нас как бы все классно было, просто какой-то момент. Чувства прошли? Да. Чувства? У тебя или у нее? У меня. У тебя? Я как-то остыл. Остыл, знаешь почему? Я же машинами занимаюсь. То есть я по всей России езжу, скупаю. И неделю не был дома, приезжаю, а нет такого, то, что тебя дома ждут. Ну, реально. И как-то это из месяца в месяц так копилось, 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 и ты понимаешь, что смысл тратить свое время на человека. Ну, она сейчас с парнем, да, с каким-то? Да. Ну, вы поругались или вы просто, или вы умеренно разошлись? Ваши... Нет, мы мирно разошлись. У вас сейчас какие отношения? Так, привет, пока. Но вы не в конфликте. Нет, ну, то есть я на нее зла не держу, она меня зла не держит. То есть все нормально. А что-то общее осталось у вас? Бизнес, там, работа? Нет, у меня все свое, у нее все свое. Все свое.